Нур-Султане почти наполовину уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщили в городском акимате. Там пояснили, что причинами улучшения показателей могли стать карантинные меры, усиление амбулаторного лечения в поликлиниках и соблюдение горожанами строгих санитарных норм. Все это позволило значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. В результате число обращений в скорую помощь снизилось вдвое. Из почти 9,5 тысяч инфицированных коронавирусом выздоровели более 6600.